Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент – это то, что вы говорите, значит, про проблемы, что вроде никаких проблем, но не устраивает сорт скандалов, мужчина не пытается вас контролировать, и все его устраивает. Вот как будто бы у вас уже был такой неприятный опыт, что вас контролировали, устраивали вам скандалы, ссоры и так далее. Что важно здесь, то, что, во-первых, вы в таких отношениях как-то оказались, с одной стороны. С другой стороны, что важно, как мне кажется, то, что мужчину, вот своего настоящего, про которого вы сейчас пишете, вы могли выбрать, точнее, как бы на контрасте с предыдущим. И это, если это правда, может стать достаточно серьезной проблемой для вас. Вот. Потому что когда мы выбираем человека, исходя из сравнения, когда мы выбираем человека из, ну, не нужды, да, наверное, тут нужда не совсем подходящее слово, а скорее на все том же контраст. Вот. Вот. То это становится проблемой. Вот это становится, ну, достаточно такой серьезной проблемой. Вот. Если вы понимаете, конечно, что я здесь имею в виду. То есть вы выбираете мужчину не потому, что вам понравился он, а из какого-то своего желания. Дальше. Значит, про то, что человек не устраивает вам скандалов и ссор. На мой взгляд. Это больше про некоторую вашу тревожность, вот, относительно каких-то ограничений, вот. Ну, не знаю, есть ли у вас эти ограничения или нет, но вероятно есть. Все же. Дальше. Значит, некоторая уязвимость. С другой стороны, полный отсутствие эмоций, не любит прикосновений, подсказывает свою жизнь, не хочет ходить в мою. Мы не знаем никого из наших кругов общения. Первое, это некоторые ваши ожидания, которые у вас есть. Они могут как, в принципе, быть оправданы, так и нет. То есть вы можете, ну, в принципе, как цепляться за них, вы можете как продвигать их, скажем так, да, вы можете их продвигать, вот, а можете, в общем-то, видеть в них
какую-то компенсацию, вот. И если вы видите в этом компенсацию, то, наверное, это все-таки проблема, а не совсем ваши ожидания, но здесь нужно исследовать. Несложно догадаться, что вот с одной стороны вы как будто бы хотите близости, а с другой стороны эта близость, она вам, ну, оборачивается для вас, скажем так, несколько негативно. Вот. То есть как будто бы вам, ну, болезненно. Опыт такой болезненный достаточно для вас. Но потребность в сближении есть. Вот. Потребность в том, чтобы вот находиться в близости у вас имеется. Важно эту потребность адекватно осознавать и менее адекватно выражать. Чтобы, ну, чтобы вам это все-таки не было во вред. Вот. Потому как, судя по тому, что вы пишете, ну, такое бывает, что вас контролируют, устраивают ссоры и так далее. О чем здесь идет речь? Речь здесь идет, конечно, про личные границы. Вот. Ну, ваши личные границы. Речь здесь идет про чувствование этих границ. Вот. И речь здесь идет про опору в какой-то степени на себя. Вот. То есть речь идет о том, насколько вы можете на себя опираться. И можете ли вы это делать. Вот. Вы пишете о том дальше. Значит, что звонит каждый вечер, видимся регулярно, как найти к нему подход и расцепить лед. Зачем, Татьяна? Ну, то есть, для чего растапливать лед? Вот. И зачем находить подход? Как вы себе представляете, что мы вам это подскажем, например, не знаю вас и вашего мужчин. Как это возможно? Чтобы найти подход, нужно знать человека. Нужно понимать, что это за человек, что это за личность. А у нас, честно говоря, такой информации нет, поэтому лично мне говорить о том, как вам это сделать, сложно, с одной стороны, практически невозможно. С другой стороны, самый лучший способ, который я знаю, найти подход к человеку, это быть собой. Это вам быть собой, быть настоящей. Вот. А тогда человек быстрее увидит, какая вы, и быстрее сможет отреагировать на вас, быстрее сможет отреагировать на ваши проявления некоторые, и вы быстрее сможете друг друга узнать. Вот. То есть пока что это больше вот
про это, как мне кажется. Вот, пока что. Если же говоря про подход, вы имеете в виду что-то вроде подстраивания под человека, то крайне редко, когда из этого что-то получается хорошее, по крайней мере. Вот, потому что это все-таки не совсем естественная среда, да, это больше такая вот попытка быть кем-то, и хорошее из этого не получается, потому что, ну, неестественность, она так или иначе чувствуется, она так или иначе ощущается, и в общем и целом это неестественность, она чаще дает о себе знать, вот. Чем, ну, чаще дает о себе знать, чем не дает. Вот. И помимо того, что это отнимает много сил и энергии, помимо этого появляются определенные ожидания. Вот. То есть, ну, как бы человек, ну, в данном случае, вот вы, например, можете на полном серьезе чего-то ждать. Вот. Своего партнера, мол, я же для тебя стараюсь, я же там что-то делаю для тебя, да, вот, там, пытаюсь найти к тебе подход, а ты не ценишь, то есть это вот лучший способ, как раз уйти, в какой-то дефицит. Вот, не знаю, замечаете вы или нет, но есть что-то, как мне кажется, в таком вашем желании растопить лед от контроля, есть что-то от вашей собственных, точнее, потребностей. Вот. И вопрос, на мой взгляд, заключается в том, отдаете ли вы себе в этом отчет? Вот, отдаете ли вы себе отчет, потому что у вас эти потребности есть, есть, и они дают, как бы, о себе знать, вот, таким образом. То есть здесь важно чувствовать, чего вы хотите. Мне кажется, что вы этого не делаете. Мне кажется, что вы не чувствуете, чего вы хотите. Вот. И мне кажется, что это может стать серьезной проблемой, потому что мужчина будет при таком подходе, вероятно, чувствовать, что вы на него давите и будет испытывать потребность от вас защищаться. Вот. Вряд ли это вот, то, чего вы хотите, вот, вряд ли это то, к чему вы стремитесь, но так вполне может быть. Вот. Поэтому тут очень важно на это обратить свое внимание. Обратить внимание на то, для чего вы хотите, собственно, этот лед растопить. Вот. Ведь одно дело, если лед вы растапливаете, потому что уверены, что мужчине будет хорошо. И можете донести до него, что ему будет хорошо. И совсем другое дело, если вы это делаете для себя и объяснить человеку в таком случае, что вам нужно растопить лед с ним, чтобы вам было хорошо, будет сложнее. Потому что, ну, происходит, по сути, подмена. Вот. Подмена понятия.
Да и самого человека вы выбирали вроде как такого, с которым чувствовали бы себя в безопасности. А теперь получается, что как будто бы сами же своим выбором недовольны. То есть здесь несложно увидеть некоторое противоречие. Вот. Я вас сейчас ни в коем случае не обвиняю. Вот, просто пытаюсь обратить ваше внимание на важный момент, что если у вас имеет место быть некоторая вот тревожность, да, если у вас имеет место быть некоторый страх, вот, некоторый опыт, когда вас контролировали, когда вами манипулировали и прочее, то действительно можно этого бояться. Это нормально. Но важно понимать и то, как вы оказывались в такого рода отношениях. Ведь случайного ничего не бывает. По крайней мере, мы, психологи, считаем так, что случайного ничего не бывает. И вполне возможно, что в таких неприятных отношениях вы оказались именно потому, что изначально хотели каких-то эмоций, изначально хотели какую-то близость. Вот. Так же, как хотите, в общем-то, близости сейчас. И мне кажется, что это желание неплохое. Вот. Да, желание нормально, естественно, вот. Но, как мне кажется, очень важно его осознавать, очень важно его осознавать. А может быть, в чем-то признаться себе. Вот. Может быть, обратить внимание на какие-то вещи. Ну, я имею в виду, вот, в своей жизни. На которые до сих пор вы внимания не обращали. Ну, по причине того, что вам может быть стыдно, по причине того, что вам может быть трудно, по причине того, что вам, ну, как-то вот болезненно с этим сталкиваться, с какой-то частью себя. Вот. И вы переносите на партнера, который может и не знать того, что с вами происходит, который может и не знать того, что вы чувствуете. Вот. Решение своих неких трудностей. Вот, ну а чаще всего это либо пугает и вызывает желание отстраниться, либо дает некоторое такое ощущение, что человеком можно воспользоваться, вот. То есть вами таким образом человек может воспользоваться. Вот, и здесь, в общем-то, не так много вариантов, как я уже сказал, власть либо пугает, либо отталкивает. Вот
В первом случае вы столкнулись с тем, что власть человека больше привлекала, но это было болезненно. А сейчас вы сталкиваетесь с тем, что власть человека пугает и отталкивает его. Хотя, может быть, он просто сам по себе такой закрытый человек. Этого тоже, на мой взгляд, конечно, нельзя отрицать. Вот. Но ввиду отсутствия информации, сказать точно нельзя. Вот. Поэтому ваш вопрос, как на этот подход, он, ну, хотя бы предполагает наличие психологического портрета человека. Вот. За неимением такого портрета, я бы сказал, что ответить на ваш вопрос невозможно. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что самый лучший и самый дешевый способ найти кому-то подход — это быть собой. Вот, условно говоря, пусть, может быть, это и не самый лучший пример, но условно говоря, то, как я себя сейчас веду, то, как я говорю, вам может не понравиться. Но если вам это придется по душе, то, скорее всего, нас с вами возникнет какой-то контакт. Это будет контакт искренний, как правило, искренний контакт. Это будет контакт, где вы будете знать примерно плюс-минус, какой я буду знать примерно плюс-минус, какая вы. И это позволит нам быть собой, быть открытым, быть искренним. Вот. Но представьте себе, если бы я, например, ну, допустим, скрывал свой голос каким-нибудь синтезатором или преобразователем голоса. Вот. В этом случае ситуация была бы довольно интересной, вот в том смысле, вот что в тот момент, когда вы узнали бы о том, что на самом деле я немножко не тот, кем вы меня представляли, вот, ну, возникнут некоторые не совсем приятные моменты, скажем так. Вот, и по факту, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот об этом я и пытаюсь вам сказать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему вопросу. Ой, по моему ответу, простите. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!